Да, шахматный камбэк. Так, чем мы там играли-то? Мы играем с О, я... каким-то желатином. Что это такое вообще? D4 SVP это очень неприятный ход, кстати, для черных. Если не SVP. знать теорию, то быстро загнешься, прям как ты сейчас делаешь. Почему? Но, с другой стороны, это и есть цель для шаровых, так что почему бы и нет. Да. После E5, видимо, пойдет хоть G8. Нет, мы контр-игру ставим, мы сыграем c5. Так, а мы не можем... Так, это Платон Гальперин, 100%. Да. Хочет в шведке играть Платон. Откажем? Все зависит от тебя. Я не знаю, что задуман на ладье e1, f3. Хотя знаю. Мы будем играть без фигуры. Понятно. Со сдвоенными пешками. Понятно. Как тебе? Отлично. Ну все, можешь заниматься. Хорошо. Не, ну уникальная позиция на доске. А кстати, план-то есть. Можно сыграть c6, d5. И получить сильный пешечный центр. Подожди, солнце 5, слон e3. Да, ты прав. Не проходит солнце 5, к сожалению. Ну и все, d5, получаем сильный пешечный центр. А, это, наверное, не такая уж плохая позиция. В смысле, ужасная все равно. Но... Ну, структура хорошая. Теперь у нас белопольный слон. А, это, кстати, ого-го. Ты все это видел? А слон... Конь-то не вылезет, да, теперь отсюда? Да, но даже когда мы его соединим, все равно будем без качества стоять. Нет, он, Так что, похоже, вылезет. наверное, это была плохой идея. Нужно Это было выйти. бы, это было, это было бы хорошей идеей, если бы изначально мы бы не играли без фигуры, скажем так. Ага. А как теперь коня отловить? Он же через c7 выходит. Да, есть немного. Ну, играть без ладьи, значит, мы не такое спасали. Ну давай. А почему не e6? Почему не нарежешь? Ну, чтобы под шаг не подставляться. Ну сейчас поставим слона на d5. Хочет Есть меняться. важнейшую пешку на А2, как думаю. Но все-таки не стоит. Почему? Я бы съел. Надо уже... Все разваливается именно. Надо было брать на А2, действительно, и потом ставить. Ну, может быть, там пешки бы дошли. Не. Он же 5 побеждает на месте. Почему на месте? Потому что ладья d8. Ну, слон f6 проще всего. Ну, ладья d8 тоже, но слон f6 было еще проще. Хотя вот тут вот... Ну, довольно тяжело эту позицию всерьез обсуждать, но может быть... Ну-ка, расскажи свою идею. Ну, ему просто немножко тяжело фигуры собрать. Кучу. А в чем наша радость? Ну, пока пешку Е, ну, пропихнем как-нибудь. Ну, радость, конечно, сомнительная, согласен. При поддержке двух мощнейших слонов? Да. Именно их поддержки. У нас слон за две ладьи. Ну, я считаю, достойная компенсация. Словно b6 стал просто образцом сильной фигуры. К пешкам цепляется. Больно. Он хочет скинуть качество. Не, он хочет просто пешку собрать. А мы свою поведем. Мы фигурку отыграли, да? Оп. Или нет? Да. Может быть, ладью? Ну, у нас еще масса времени. Вот, скажи спасибо. Просто ладья, да? Да, и пешку не отдадим сразу. Правда, все равно он ее может забрать через конь f5.
Так, тут же АБ. У нас еще две проходные образуются. А, вот так вот даже. Так, ну позиция тут. Стоп, конь F5 будет. Зачем ты завешиваешь? Ну, время падает. Даже я видел то, что конь F5 будет. Ну и я видел. Ну, я думаю, что, может быть, он не видит. Так, ну... Стоп, а как ему играть-то? А у него нет полей прикрытия. Пешки на c2, g2. И никак он, по-моему, не спасается. Быстрее. Вот он. Вот она победа. Почему у тебя в таверне стоит победа? Че, ты мат не дадишь? Не дашь? Да, с таким контролем мышкой. Мышки. Ну, флаг уронишь. Я думаю, это было убедительно. Да, очень. Особенно концовка. Всем спасибо за внимание.